Приветствую вас на своем канале Ас Водоплей. Мы продолжаем играть Портал 2. И сейчас нас глаз куда-то вывел. Давайте осмотримся. Так, дверки. Идет исправление турелей. Не взаимодействуйте с турелями, направленными на исправление. Вот я вообще не хочу с ними взаимодействовать. Мне бы отсюда уйти. Так, как я понимаю, мне сюда. Конвейер исправления турели не аттракцион. Покиньте конвейер. Что-то я маленько не понимаю, куда мне тут надо идти. Куда мне там надо идти? Вопросов. Так. А, все, понял, куда мне надо идти. Конвейер исправления турели не аттракцион. Покиньте конвейер. Вот сюда мне надо. Покиньте конвейер. Так. Я бы сам бы с радостью бы покинул бы от вас. Ага. Бак-бак-бак-бак-бак-бак. И стрелять еще начни. Так, вот сюда мне. Если судить по шкафчикам. Ой-ой-ой-ой-ой. Фух. Ну, видимо, правильно иду. Так. Да, правильно иду. Не понимаю. Как мне? Так. Идем. Вперед. И нас судьба зовет. Вперед. Отклик. Образец. Отклик. Ага. Образец. Отклик. Утилизация. Образец. Отклик. Так. А, отлично, у тебя получилось. Образец. Прекрасно. Да, конечно. Тебе понравится. Еще почти бы. Пришли. Это своего рода халва. Оля, контрольный центр турелей. Спасибо большое. Видишь там сканер? Он выбирает, какие турели пропустить, а какие отбросить. Он использует ту главную турель в качестве образца. Если мы уберем главную турель, то он отбракует весь конвейер. Хорошо. Я вскрою дверь, чтобы мы могли пройти. Давай думай. Техническая процедура. Тебе надо отвернуться. Отвернись. Ты давай, я. Готова. Открыто. Техническая процедура. Образец. Отлично, должно сработать. Образец отсутствует. Продолжаю процесс по памяти. О, не сработало. Хорошо, давай подумаем, как остановить этот конвейер. Есть какие-нибудь идеи? Есть идеи? Нет. Образец. Так. Образец. Ты еще думаешь или что происходит? Образец. Ну-ка, давай вот так. Давай. Образец. Отклик. Так, план такой. Давай вместе подумаем. Образец. Отклик. Полной тишины. Полной тишины. Отклик. О, погоди, я понял. Давай. А, нет, не понял. Давай, все свои идеи давай.
О, у меня есть идея. Что если я притворюсь, что я тебя поймал, отдам ей, и она тебя убьет? А я смогу жить. Что ты об этом думаешь? Ах ты, козел, вот что я думаю. Образец. Турели нет. Может, система сохраняет какой-то запасной образ? Образец. Давай, ищи. Изыскивай пути, тварь. Слушай, образец. А если мы поставим что-нибудь другое, как образец? Ну давай. Можно взять какую-нибудь сломанную турель, образец. Поставить ее в сканер и посмотрим, что будет. Хорошо, где я возьму сломанную турель? Образец. У меня тут турели прямо сломанных. Образец. Тьма тьмущая. Отклик. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Образец. Откуда, я не понял, летит? Блин. Образец. Еще эту хрень тащить. Образец. Молодец, хоть, ну ладно, шар хотя бы додумался до этой херни. Да, ставь ее туда, посмотрим, как сканеру понравится дефект. Образец принят. Сработало! Если нам повезет, она не узнает, что ее турели бракованы, а потом будет поздно. Классик. Окей, смотри за конвейером, а я пойду и хакну дверь. Давай. Образец. Окей, я начинаю вскрывать. Это будет немного сложнее, чем казалось. Образец. Займет минут 10. Поглядывай на дверь. Образец. Отклик. Образец. Сложная дверь попалась. Конечно. Круглая, я бы даже сказал. И долго эта дверь была открыта? А был какой-то сигнал, что дверь открыта? Ну, какое-нибудь гудение или звонок. Ну, в смысле, конечно, главное, что дверь теперь открыта, но на будущее подай какой-нибудь знак. Какой тебе знак надо? Типа того. Хорошо, так. Она не может использовать турели. Теперь пошли разберемся с генератором нейротоксина. Блин. Ты как вот лазишь? Приведи мне, может... Приведи дочку на работу. Эта затея плохо кончилась. И 40 картофельных батарей. Смешно просто. Да. Я понимаю, это дети и все такое. Чисто научная демонстрация. Я почти уверен, что мы идем правильно. Просто хочу тебя подбодрить. Не, чтобы меня потом, да, я бы зацепился за тебя, ты бы меня катил бы, и все, бы мы прошли бы быстро бы все это дело. Гребаный глаз. Не волнуйся, гарантирую на все 100%, что это правильный путь. Ой, нет, неправильный. Хорошо, попробуй так. Давай. Едем, едем, едем. На деревню к деду. Ха! Я знал, что мы правильно идем. Это генератор нейротоксина. Он немного больше, чем я думал. Его не получится просто, ну, опрокинуть. Придется применить смекалку. Там наверху какая-то комната управления. Пойдем посмотрим. Пойдем. Открывай дверь. Ха, наша работа. Не надо смеяться. Они чувствуют боль. Ох, какой шреддер! Но для них гигантский. Это настоящая демонстрация. Гигантский шреддер. Утилизатор. Боюсь, что дверь заперта. И... А, мы же не знаем, зачем эта кнопка! О, дверь открылась, пойдем посмотрим. Хорошие новости. С этого оборудования я могу отключить систему нейротоксина, но она защищена паролем. А, сирена! Нет, не волнуйся. Для меня это не проблема. Можешь отдохнуть, пока я работаю. Давай, что мне тут сделать? Паук такой. Сложная часть в любом сломе сообразить, с чего начать. Ну давай, шар. Компьютер. Неудивительно, можно было ожидать. Отметим галочкой «Компьютер». Какой галочкой? Ты что там? Тетрадку еще достань. Наверное, внутри какая-то электроника. И монитор, да.
Он наверняка важен. Буду за ним поглядывать. Вдруг что-то появится, типа пароль принят или вроде того. Давай. Ты глючишь, он. И вот эта плоская штука. Не знаю, зачем она, но запишем. Вдруг кто-нибудь спросит, а есть ли такая плоская штуковина? Да, есть. Крутящаяся штука. Не знаю. Теперь пол. Что делает пол? Знаешь что? Он все держит. Все держит. Пол важен. Он все держит. Ручки могут понадобиться, но их нет. Так. Если мы начнем записывать все, чего здесь нет, это ручки, например, ограничимся тем, что не держит. Ну давай, ты шар, решай быстрее проблему мою. Так, соединяюсь с центром контроля нейротоксинов. Такой медлительный. Привет, начальник. Я к вам с проверкой. Надо на минутку все тут остановить. Вот мои документики. Заканчиваем, да. Все по закону. Я из Международной комиссии по контролю за нейротоксином. Из Объединенных Арабских Эмиратов. День добрый. Залупил-то как? Нет. Твердый орешек не сдается. Ну что же, применим экспертные хакерские приемчики. Сам напросился. Кар, да. Кар! Смотри, какая птица! Какая красивая, величественная! Какие перья! Вряд ли она тут надолго. У тебя уникальная возможность посмотреть на прекрасную птицу с такими чудесными перьями. Жаль было бы упустить такой шанс из-за какого-то нейротоксина. Нейротоксин здесь будет и завтра, а птица нет. Вон она уже сняла один коготок с ветки. Она расправляет крылья. Вот что, подруга, я согласен тебя на минутку подменить, а ты можешь посмотреть на птицу. Ой, как она хороша! Мой громкий восторг спугнет ее в любой момент. О, какая птица! О, какая! Давай, тварь, быстрее! Это совсем не работает. Тебя совершенно не волнует эта чертова птица. Ну. Блин. Я даже не знаю, куда тебя тут ткнуть-то. Блин. Куда? Блин, ну куда второй-то? Возьми, ткни куда-нибудь. Мать-то. Так. Что-то я не догоняю. Ну-ка, давайте-ка посмотрим еще немножко. Так, мне кажется, я что-то упускаю. Кажется, пахнет нейротоксином. Ой. Погоди, уровень нейротоксина падает.
А так и поди, и здесь тоже такая штука где-то есть. Ну-ка. Уровень нейротоксина поднялся до 50%. А есть еще такая же. Хотел сказать, что он опустился. Все отлично. Давай. Теперь ты меня пустишь? Или нет еще? Так, или их что-то... Так. Получилось! Уровень нейротоксина 0%! Да! Погоди! Давай, гожу! Пускай меня! Внимание! Уровень нейротоксина достиг опасной несмертельной отметки. Давай! Дверь открой, падла! Ой! Ну давай, будет весело. Так, мы приедем прямо к ней. Даже не верится, что я это делаю. Видишь, я знал, что это будет весело. Мне говорили, что это совсем не весело. И я поверил. А там куб за нами. Мне это нравится. Так нравится. Ничего, что куб за нами там сейчас как шваркнет. Огромное место. Мы видим только верхний уровень. Оно идет вниз на километры. Все закрыто много лет назад. Мы скоро приедем. Не терпится увидеть выражение ее лица. Так мы вниз едем. Нет, она не поймет, как мы ее обставили. Так, подожди. Возможно, я недостаточно хорошо продумал следующий этап. Я еду не туда. А я туда? Иди к ней, я тебя найду. К ней. Вот ты падла. Создайте синий портал. Ну и что это такое? Смысл всего действия. Не открывается, ага. Ну на. Ясно, я и не думала, что ты на это клюнешь. Давай. На самом деле я подготовила гораздо более изощренную ловушку дальше, после того, как ты пройдешь эту легкую. Давай, где? Если бы я знала, что ты так легко попадешься, то просто подвесила бы на потолке куриную ножку на веревочке. Ну ты же этого не сделала. Ну что ж, приятно было поболтать. Перейдем к делу. Надеюсь, в этот раз ты принесла что-то посолиднее портальной пушки. Боюсь, иначе ты сразу станешь бывшим президентом клуба живых. Твою ж мать-то, выпусти меня! Говоря серьезно, прощай. Это мой шанс. Это проблема. Только не это. А вот и я. Ну. Ага. Ты без дела не сидела. Конечно. Что ж, мы могли бы сидеть в комнате и глазеть друг на друга, пока кто-нибудь не упадет замертво. Но у меня есть идея получше. Твой старый друг, смертельный нейротоксин. Будь я тобой, я бы глубоко вдохнула и задержала дыхание. Привет! Привет, Шар! Я так тебя ненавижу. Опасность. Центральный модуль поврежден на 80%. Забавно. Я не чувствую себя поврежденной. На самом деле я чувствую себя прекрасно. Обнаружен альтернативный модуль. О, они обо мне говорят! Чтобы начать замену модуля, пожалуйста, поместите модуль в приемник. Перенос модулей. Ты смеешься. У меня идея! Сделай, как сказано. Сменный модуль принят. Давай. Сменный модуль, вы готовы начать процедуру? Да. Да. Неисправный модуль. Вы готовы начать процедуру? Да. Нет. О, да, она готова. Нет. Безвыходная ситуация, процедура замены прервана.
Да. Вытащи меня, вытащи меня! Уполномоченному сотруднику нажать кнопку выхода из безвыходной ситуации. Вытащи меня, вытащи меня! Не отключай, не отключай! Иди нажми ее! Не делай этого. Да-да, давай! Не трогай, не так быстро. Подумай об этом. Только дипломированный научный сотрудник может нажать эту кнопку. Ты не квалифицирована. Не слушай ее. Это правда, что у тебя нет достаточной квалификации. Что более важное, палец, который должен нажать кнопку, чтобы на нас не бежать. Воображает себя дипломированным научным сотрудником. Я только что добавила это в список. Я вела список. Безвыходная ситуация ликвидирована. Давай. Что мы имеем? Вернитесь в отсек замены модуля. А вот и я! Стой, а вдруг это больно? Вдруг это очень больно? А, я об этом не подумал. Поверь, очень, очень больно. Ты так просто говоришь? Или действительно будет больно? Ты ведь просто так говоришь, да? Не, ведь действительно будет больно. А насколько больно будет? Убери от меня руки. Нет, нет. Да, хватит. Да, да! Нет, нет, нет. Съешь этого маньяка! Так, ну-ка, я пока что подальше отойду. Ух ты! Ты только взгляни на меня! У нас получилось! Я контролирую весь комплекс! О-хо-хо-хо-хо! Вы только посмотрите на это! А где эта тварь? Это гигантский робот! Громадина! Я чертовски большущий, правда? Ах да, лифт наружу, сейчас вызову. Давай. Ну, лифт вызван! Только посмотри, я знал, что будет круто, когда я буду все контролировать. Но чтобы так круто! Давай, давай! Теперь я обалденно умный! Esto usando este super detrucción de forma incorrecta. Por favor, consulta el manual. Я даже не знаю, что только что сказал. Por favor! Ах да, лифт, извини, я все время забываю. Это тело потрясающее, серьезно. Никак не могу забыть, какая ты маленькая. А я огромный! Очень даже. Теперь ты полностью изменился. Главное, чтобы ты с ума не сошел и не стал такой же маньяком. Знаешь, а зачем нам прямо сейчас уходить? Начинается. Представляешь, как это приятно. У меня получилось. Крошка Уитли сделал это. Ты ничего не сделал. Она сделала всю работу. Действительно? Вы обе так думаете, правда? Да. Ну, может, в этот раз я кое-что сделал. Что ты делаешь? Нет. Нет. Не думай, что я тебя не разглашу, подруга. Знаешь, кто ты? Эгоистка. Чтобы впустить нас сюда, я пожертвовал собой. А чем ты пожертвовала? Ничем. Совершенно ничем. Ты только командовала. И кто теперь главный? Я. Тебе что надо-то? Шар. А-а-а. Видишь? Это картофельная батарейка. Такая детская игрушка. И теперь она живет внутри. Извини. Что? Инженеры пытались заставить меня вести себя хорошо. Притормозить меня. Однажды они даже установили модуль смягчения интеллекта. Он впился в мой мозг, как опухоль, создавая бесконечный поток страшных идей. Нет, я тебя не слушаю, я тебя не слушаю. Это был твой голос. Нет, нет, ты врешь, ты все врешь. Ты опухоль. Ты необычный дурак. Ты спроектированный дурак. Я не дурак! Да, дурак. Тот дурак, которого они создали, чтобы свести меня с ума. Ну, и что теперь? Кто теперь дурак? А смог бы дурак сбросить тебя в эту яму? Давай! Вы дурак сделать так! Ничего страшного. Неприятности эту мы переживем. Привет. Ну что, как дела? Да, у меня все хорошо. Это я, картофелина. Прекрасно. Мой генератор хлопков тоже тут. Ну, и какие твои... Раз мы так никуда не идем. Идеи. Вообще-то мы двигаемся, и даже с пугающей быстротой. Ну, ничем сейчас не заняты. Приведу парочку фактов. Он необычный дурак. Он продукт величайших умов целого поколения, старавшихся создать наиглупейшего дурака в мире. А ты поставила его управлять этим комплексом.
Да, чё? На случай, если эта яма всё-таки не бездонная, может, ты отстегнёшь одну из своих рессор и поместишь меня туда? Только приземляйся потом на одну ногу. Приземляйся. У меня такая скорость сейчас. Мама, не горюй. Ну, так лучше, да. Немножко. Так. Птичка. Картофель жрет. Так, ладно. Надо сваливать отсюда. Какой заброшенный мир. Я не знаю, под землей же мы должны, по идее, так-то быть. Так. Куда это я иду-то? Ну это точно сюда, да, надо было идти. Только где вот тут? Нашел. Так. Падаем вниз. Куда тут дорога? Вот пока что одна ведет. И небо-то не видно. Kept out. Не знаю, что такое. Так, ладно. Приблизить. Что приблизить-то? Куда тыкать-то надо? Блин. Где? Это оно хоть? О! Это оно. Так, ладно. Ага. Так, а куда нам дали? Так, что у нас здесь? Так, это мы оттуда бы как бы пришли. Оттуда как бы пришли, и сюда как бы идем. Как бы. Идем, и все. Блин, этот шар нас предал. Будь ты проклят, тварь. Колобок гребаный. Так,
Что у нас здесь имеется? Какой-то пульт, ага. Давай. Мы будем все использовать. Ага. Эй! Вот так. Так. Ну, нажал я обе кнопки и... Что случилось-то? Где-то третья есть, что ли? Понимаю. Так, падай. Ну, не совсем так, конечно. Четыре, три, два. Вот так вот, давай-ка попробуем. Вот так. Что-то запустил, мамочки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пустите меня. Я заслужил эту дверь. Так. И что меня ждет за этой дверью? Понятно. Какой-то разрушенный мир. Блин, наверное, он был красивый, да? Вот смотрите, халва натуральная, халва. Half-Life. Причем вторая часть больше похожа. Так. Угу. Где-то есть. Где-то есть, а вот только где неизвестно, ну ладно. Если бы я знал, я бы так бы телепортировался. Давай, где вторую надо? Не понимаю. Так. Где-то что-то есть, я так понимаю, или что? Где-то тут. Так, ну мне кажется, все-таки надо в какую-то дверь. Раз мы здесь нигде не можем. Вот это, кстати, сломанная дверь, может быть, подходит нам. Во. Вот так. И я потянуть рычаг. Вот он. Все. А, так мы правильно идем, значит, еще. Джентльмены, добро пожаловать в лабораторию исследования природы порталов. Астронавты, герои войны, олимпийцы. Вы здесь потому, что нам нужны самые лучшие. Итак, кто готов заняться наукой? Я. Ну, вы уже успели познакомиться друг с другом в машине, поэтому позвольте мне представиться. Я Кейв Джонсон, и я здесь главный.
Этот прелестный голосок, который вы слышите, принадлежит Кэролайн, моей помощнице. Она переведет ваш гонорар в любую благотворительную организацию по вашему выбору. Правда, Кэролайн? Так точно, мистер Джонс. Давай. На ней здесь все держится. Красотка прям ходит на открытку. Учтите, парни, она замужем. За наукой. Так, что-то я не понимаю, так, а куда мне? А куда мне? Зачем сюда? Не надо сюда разве? Да вроде как нет. Блин. Так. И еще разок. Я чувствую, что... Блядь. Извините. Нет, на трубе он почему-то не держится. Ой-ой-ой, где-то высоко. Ты где-то там, за горизонтом. Так, а куда я должен пролететь-то? Я так и не понимаю. Так, присел. И не проходит. Так. Понятно. Не понимаю. Так. Так, что у нас еще есть? Вот так вот, если ну-ка. А если вот так? Вау! Уху! Дверка. Так, и что ты? Вау! Это я правильно зашел? Блин, а что здесь есть-то? Пока здесь ничего еще не нашел. Выбор теста для вас зависит от того, как вы реагируете на окружающий мир. Те, кто будет помогать в испытании отталкивающего мира, вдоль синей линии. Для тех, кто согласился на впрыскивание ДНК Богомола, у меня есть хорошие и плохие новости. Давай. Плохие новости. Этот тест отложен на веки. Хорошие новости. У нас есть новый прекрасный тест. Сражение против армии людей-богомолов. Берите винтовку и следуйте вдоль желтой линии. Вы сами поймете, когда начнется тест. Давай. Наверх. Зачем наверх, правда, не знаю. Но наверх. Едем, едем. Приехали. Что видим? Приблизить. Опять где-то вдалеке, да? Блин, блинский, так.
отсюда вышли. О, так так-то спуститься можно вообще. Где? Мы наверх для чего поднимались? Чтобы что-то приблизить. Вон. Нифига не так. Так. А, вот. Опаньки, зашли спокойненько. Если после следующем тесте мы направим на вас сверхпроводник, включенный на полную... Если в ходе испытаний вы порезались, то, возможно, заметили, что кровь превратилась в бензин. Это нормально. Мы воздействовали на вас невидимым лазерным лучом, который превращает кровь в бензин. Это попросту означает, что он работает. Ну ты будешь дверь-то открывать? Если в ходе испытаний вы порезались, то, возможно, заметили, что кровь... В следующем тесте мы направим на вас... Если после следующей серии испытаний вы решите принять ванну, поставьте в известность лаборантов. Судя по всему, ваше тело будет активно выделять уголь. Это временно, не переживайте. Но если через неделю это не пройдет, сообщите нам. Это признаки аномалии, которые мы удалим. Блин, так... Так, я думаю, что-то где-то... Он туда как-то надо. Ладно. Давайте попробуем так. А где у меня что-нибудь такое есть? Откуда я могу сигануть так вниз? Чтобы у меня... Где? Твою ж мать-то. Где-то что-то должно быть, откуда я должен прыгнуть, чтобы... И причем очень высоко должно быть. Так, я так думаю, раз мы на башне, то это где-то здесь должно быть. Раз через перила не могу прыгнуть, а здесь могу. Вот так вот. Так, пока иду правильно. Рычаг. Не дышать. Понятно. Только куда мне, наверх или вниз? Ё-моё. Вниз. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пока!